Здравствуйте. Сегодня 4 июня 2023 года. В той стороне город Орел. Примерно в 1,5 километрах в той стороне Крамское шоссе. То есть слева Кром и право Орел. А здесь находится Ольшанское кладбище. Вот. Кладбище Ольшань. И мы сейчас объедем на машине против часовой стрелки, вот так вот. И здесь выедем. Посмотрим на кладбище Ольшань. Ольшанское. Сегодня Троица. С праздником вас. Могилы убраны веточками березовыми. Замечательная летняя зелень. Тепло уже. Вчера было похолоднее, сегодня потеплее. Вот. А в той стороне находится Ольшань, село, река Ока. Ольшань находится на левом берегу Оки. И деревня Большая Фоминка. Вот сейчас мы Ольшанское кладбище против часовой стрелки вот так объедем. И выйдем вот туда, где машина вон-то. И поедем в ту сторону. Через 1,5 километра будет Крамское шоссе и город Орел. Ну, как сказать, трасса М2. Я так называю Крамское шоссе. А по сути, это вот трасса М2. Раньше она еще называлась Москва-Симферополь. Так, в той стороне находится село Ольшань, церковь Ольшанская, я ее уже снимал не раз, причем это вот кладбище Ольшанское. Вон там вдали виднеется храм в лесах, это Ольшанский храм. Кладбище, оно не очень большое, но, в принципе, такое приличное. Ольшанское. Я говорю, не очень большое, потому что территориально там достаточно большое, а вот могилы здесь такие большие, широкие. Поэтому по количеству похороненных оно, конечно, меньше, чем, допустим, Лужковское или какое-нибудь другое кладбище, там, Троицкое, Крестительское. Но оно находится на природе, очень приятное место. Напомню, это левый берег реки Ока. Хороший тут воздух, растительность такая, достаточно бурная. Видите, цветы полевые растут. Пионы, вот, ромашки. Хорошее место. Орел, напомню, находится вот в той стороне, а прямо вот перед камерой это дорога М2. Крамское шоссе, то есть слева Кром, направо Орел. Вот. Поворачиваем, в той стороне как раз вот дорога находится. Это в 1,5-2 километра отсюда. На Орел направо. Так. Все, наверное. Немножко вышел поле показать. Вот в той стороне за рекой деревня Большая Фоминка, а также село Лаврово. Вот там вдали Лавровское озеро, село Лаврово. Вот. Замечательно. Тут место хорошее, приятное. Поле. Вот в той стороне город Орел находится. Вот в той стороне примерно посадки. В посадках грибы я видел, как-то шел. Там виднеется, по-моему, юбилейный, там что-то совхоз, не знаю. Не могу точно сказать, но, в общем, знаменка в той стороне. Вот такое сельское кладбище замечательное. Клевер, клевер. Кстати, кто не знает, можно вот так вот выдернуть
как-то. О. Вот. И вот эта сладенькая часть. Вот эта беленькая. В общем, заехали тут на могилку близким. И увидели такое растение. Вот я не знаю, что это за растение. Вот посмотрите, какие шишечки вот такие. Мне что удивило, очень тяжело выкорчевывалось. Что это за растение, кто знает? Напишите в комментариях. Вот если такое растение на могиле вырастет, его сложно выкорчевать. Лопаткой я прям ковырялся прилично. Вот оно еще какое. Видите, какие-то цветочки. Довольно крепкие корни у него. Так что, кто знает, напишите. Видите, корневище какое. С могилы выдернули. Здесь много разных растений. Вот какие-то, не знаю, синие. Не колокольчики, но синие что-то. Потом вот люпины, по-моему, называют. Конусы такие. Вот это тоже интересное растение. Вот это. Вот желтенькое вот это. Мне нравится, что много цветов растут тут на могилах. Таких приятных. Приволье. Хорошие дожди и ветер. Такая природа, солнце. Поэтому приятно посмотреть на разные цветы, которые произрастают здесь. Люди украшают свои могилы ими. Вот не знаю, клевер он либо разный бывает, что-то я у этого попробовал, он не очень сладенький. Вот это. А в детстве, помню, мы пробовали вот эти белые концы, были сладкие. Не знаю, может сорта разные. Вот люпины красивые, конечно. Вот, Ольшанское кладбище, в той стороне город Орел. О, еще на одной могиле вот такие вот маленькие цветочки, не знаю, как называются. Но не ромашки, не ромашки, видите, вот интересные такие цветочки. Очень похожи на ромашки издали, но это не ромашки, видите, какие. Приятно, вот когда могила вот в таких цветочках. Красиво. Еще вот вспомнилось, мы в детстве вот так вот делали, вот так вот траву вытягивали, и вот эта часть сладенькая, сочненькая. Просто берем так травинку, на себя тянем, и она как меч из чехла вылезает, вот эта часть сладенькая. Вот я помню, в детстве мы это ели, очень сладенькая. Ну вы поняли, да? Чем закусить на природе. Оба. Она вытягивается, как вот нож из чехла. То есть она, трава-то не вырывается. Вот берем саму травинку, смотрите. Что тут крепкая какая-то. Срывается. А, вот это. Вот она, по-моему. Вот она, видите? Тянется, 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 раз, и вытягивается. Вот она, сладенькая часть. О, вот это сладенькая часть. Вкусная. Так, ну и вот мы завершаем объезд против часовой стрелки. Ольшанское кладбище, видите, тут деревья тоже растут, сосна, ель. А что это, клен? Кипарис или что это? Туя. Вот, замечательное место. Очень спокойное, очень природное такое, экологичное. С обилием цветов полевых, травы вкусной, сладкой, как я попробовал.
Замечательное место. И от города недалеко. Вот тут вот закругляются дороги, откуда, отсюда я начинал снимать. Вот. Вот поклонники мои, если я умру когда-нибудь, похороните меня на этом кладбище. Зрители. Так. Очень хорошее место. Я люблю зелень, все такое. Вот мы завершаем объезд. Вот он, щит вот этот информационный. Направо. Вот кольцо дороги, откуда мы поехали. И выезжаем на трассу М2. Вот в 1,5 километрах отсюда эта трасса. И направо будет город Орел, а налево Крым. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Из Орла, если понравился ролик. Поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео с друзьями. Также можете пополнить баланс по всему телефону 8 920 889 20, на услуги связи, звонки, смс, интернет. До новых встреч!